Позовите моего самого лучшего рыцаря! Вызывали король? Да, мой рыцарь. Че, ты победил того рыцаря с того государства? Ой, нет, брата. Там же это же, они же на мечах же, у меня меча нет уже. Я не выигрываю все время. Я убегаю как черт. Ну закажи себе меч! Ой, я далеко живу, в селе мне никто доставку не делает, брата. Ну иди сюда! Сюда иди, говорю. Смотри, видишь? Приложение OMA.KZ. Вот здесь можно заказать мечи, кольчуги, доспехи, смотри, щиты, кондиционер. Здесь все можно заказать. Вот видишь, они доставку в любое село делают. Ой, у меня денег нету сейчас. И в рассрочку можешь заказать. Ты что, и доставка бесплатная. В город, село, хоть куда. Вот. А... Король, а там можно заказать это? Че? Че? Девчонок, что ли? Не девчонок это. Таблетки, да? Нет, нет, какие таблетки? А че? Штаны, король, штаны хочу. Я не знаю, как в юбке хожу, холодно же, пипец, как девушки ходят только. Я нормально хожу же, вот без штанов, вот король без штанов нормально ходит, офигел тоже штаны себе хочешь, нет. Король, дайте свой меч, я быстро подерусь. А че, если на меня нападут, как я защищаться буду, тоже мне. Ой, вы же никогда не дрались, король, только мы деремся, вот вы жадный.